Вас приветствует Аспасад.ком.ua. Представляем вам удобрение подкисляющее для хвойных. Торговая марки Агрикол, Польша. Вес 1,2 кг. Это уникальное многокомпонентное гранулированное удобрение, предназначенное для кислолюбивых растений, таких как хвойная и черника. Данное удобрение можно использовать для подкисления почвы при выращивании елей, сосен, можжевельников, туй, кипарисов, тисов, рододендронов, азалии и черники. Применение. Для хвойных использовать каждые 2 месяца. Для азалии и рододендронов использовать 2 раза в год.